18 сентября находящаяся в Баку делегация под руководством главного редактора в статусе министра китайского агентства Синхуа Хипинга посетила телеканал «Хазар». Вначале главный редактор Синхуа Хипинг и члены делегации встретились с президентом «Хазар ТВ» Шамхалом Гасанли. В ходе ознакомления с офисом и студиями телеканала «Хазар» китайские гости были проинформированы о том, что телевидение с 2015 года осуществляет свою деятельность в 11-этажном здании, построенном в современном архитектурном стиле. Здание с общей площадью 2500 квадратных метров имеется 5 съемочных студий. Большая ток-шоу-студия, площадь которой составляет 1000 квадратных метров, отличается современным дизайном. Студии управляются 3 эфирными студиями, оснащенными высокотехнологичным оборудованием. Затем делегация поинтересовалась работой информационного департамента телеканала, пронаблюдали за ходом прямого эфира «Хазар Хабар». Севда Джафарова, Гумбат Мамедов, Азертач.